Привет, мой любимый зритель, ты смотришь продолжение партии за Германию в Sid Meier's Civilization 6 на шестерых с последним обновлением и патчем и с режимом варварские кланы. Если ты случайно наткнулся на это видео, то лучше перейди к первой серии, ссылка есть в описании к этому ролику, всегда лучше смотреть с самого начала. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Ганди, я старался как можно дольше палки в колеса вставлять. Так делаешь, надо же не палки в колеса вставлять, а побеждать, ну, исходя из того, что тебе выгодно победе, стремиться действовать, победе, да, сказать. А не палки в колеса. Тут как бы 10 игроков, кроме тебя, тоже есть кому палки повставлять. Ну, понимаешь, когда... Например, мне. Вот, блин, и не сдох немножко. Когда ты со старта воюешь с тремя цивилизациями, то... Ну, с какого старта? Ну, хода 70-го. Ну, это не старт, это середина игры уже. Хорошо, середина игры. Ты знаешь, так говоришь, как будто это тебя решили пилить. А было как-то по-другому? А было, что ты не захотел союз заключать. Не-не-не, был Кёльн, который отваливался по лояльности. Правильно. И ты решил, что лучше, чтобы он отвалился по лояльности, чем иметь союзников вокруг, кроме Египта, и распилить Египет, например, с грузином. Да, вот так решил. Ну, вот, то есть твое неверное решение привело к проблемам. Ну я ж ничего не говорю. Эй, я обогнал по культуре Грузии. А я обогнал варваров по науке. Как тебе такой Илон Маск, да? Да ладно, блин, кто-то построил в этот ход. Ой, блин, Челлини, нехрен делать было чуваку. Просто думаю, не апгрейдить катапульты, а апгрейдить триремы уже. Челлини, наведи, пожалуйста, на другой континент. Навести что, страх? Не только. Навести экран. Так, а, подожди, можешь ко мне, на меня? А, ну я понял, сколько мне плыть примерно. Ладно, все, спасибо. Удобно получается. Удобно, да. Да. Челлини, а кинь денег мне на телефон. Просто что-то не хватает там. Челлини, а можешь в магазин сходить? Так, я там видел... У грузина сначала мы будем ломать дамбу. Так, я хочу археологически, пожалуй, купить. Mm.
И я, пожалуй, хочу на послов как-то открывать. Так, Бандар Брюней, я сюзерен. Буэнос-Айрес надо засоюзить. И Гонконг и Буэнос-Айрес мне будут вдвойне давать. Так, давайте мы откроем. Так, как раз тут два посла. Две полевые пушки, оперы и балет. Художественный музей нужен. Так, мне нужно будет где-то художественный строить. Я его и купить смогу, кстати. В том же Франкфурте. Тут нужно, конечно, угольные строить в первую очередь. Лол, серьезно? Я думаю, с чего ты выстрелил? У тебя там прочность укрепления 1 из 100. Ты кому? Египту. Я подвел юнит, думал, там стен уже нету. А там одна единичка. Там же пушка стоит. Он два раза выстрелил. Блин, там с еще и Эверест тут. Блин, ну что это за некитайские названия? Да тут просто мейнстрим. У индуса тоже там Куба называется, там разные названия. Это просто испанский китаец, ты ничего не понимаешь. Ой, а, да, в обороне все верно. Так, слушайте, а где у нас пушки? А, тут... Так, мне, ну, два банка надо. Очевидно. С собой на меня укрывали. Алексей, у нас до караваны дотягиваются, кстати? Не знаю, не смотрел. Да, дотягиваются. Ни хрена себе, плюс 30 мне пишет. Вообще, а у тебя с реформами денежное обращение? Да, а, это с реформами. Сюда надо плыть. Я об эту ферму полечусь, кстати. Не знаю, зачем ты грузин воевал? Все. Не понимаю. Привет, Андонези. Что, а чё мне сидеть тут? Четыре города. У тебя реально четыре города? Да нет, у меня, ну, не четыре города. Еще плюс два. Ну, они такие тут пока ничего. Такая математика. У меня четыре города, но еще плюс два. У них ничего нет. Ни районов, ничего. Да не, я считаю, что турок грузину подгадил. Они могли бы договориться распилить Египет. Алексей, ты там с кем-то в войне или нет? Да. С Турцией и Грузией. А, понятно. Блин, столько ресурсов на самом деле с грузина получаю, грабя ему все. Я так понимаю, Грузия у тебя там тоже не очень, да? Ну да. Ну, хотя бы попытались.
Этот... Это дипломатический провал министерства иностранных дел. Для наших четырех держав, я бы даже сказал. На самом деле Египет пока молодец. В том плане, что если бы не начал войну, меня бы распилили. Нет, ты единственный среди всех, кому реально вот просто надо было, и когда вы будете смотреть видео, вы увидите, что я, по-моему, на ходу 13-м сказал, что Египет будет нападать на турка. Это просто настолько очевидно просто из территории, что это, просто логично. Я думал заключить союз спокойно с Турцией, чтобы, как бы, мне вообще пофигу, но вот турку важно было, чтобы мои города отвалились. Это очень, очень важная штука. Не-не-не-не, турок сказал, я не хочу культурный. А мне другой не нужен был от тебя. Мне от тебя другой не нужен был. А ты сказал, война, тут швед сказал, ой, нет, я пошел. Нет, я тебе сказал, что если мы не заключаем культурный, то я тебе объявляю войну по одной простой причине, что когда отвалятся города в твою пользу, чтобы я их мог захватить. Первое, а второе, когда Египет нападет на тебя, чтобы он мог захватить твои города. А? Ты бы мог попросить, я бы их просто не брал. Мне, как бы, понимаешь, твой город тоже не нужен. Он отваливался по лояльности. А мне нужно. Нет, а мне нужно, чтобы он не отваливался вообще. То есть, чтобы он просто не отваливался. Нет, для этого нужен был культурный союз только от тебя. Мне с тобой вообще союз не нужен, потому что ты практически мой не сосед. Да, да, да. Но видишь, закрутилось, как закрутилось. Я думаю, тут хуже всего от этого шведы. Хуже шведы 244 науки, он, по-моему, себя хорошо чувствует вообще. Не, он ходов много потратил. Да, а он уже обогнал наш континент. У шведа все хорошо по науке. У него как раз он единственный в нашем континенте с горами тут сидит, с кампусами на плюс 5. У него хорошо. Предугадаю. Сейчас скажешь, надо объявлять ему войну всем континентам. Нет. Ладно. Вылечился. Швед, не слышно тебя все равно. 64 науки, кайф. Просто вот на ровном месте получаю. Зачем он так вот убивается об меня просто? Нет, ну ладно. Кто это такой? Я на твоем месте, наверное, точно так же поступил. Мне кажется, тебе, швед, надо было как бы все-таки дальше пробовать. Все-таки каролинская пехота как раз прибыла. У меня не было условий для продолжения. Каких условий? Ты видел, эти метки поставил этот индус? Билайн. Типа, вот ставишь сюда город и сюда заповедник. Так, тут еще один караван, да? Ну, я бы из Франкфурта, наверное, отправил. Блин, Алексей, там у тебя скаут не проскакивает никак? Не знаю, он там на автомате у меня бегает. Можно на клетку походить, я там обработаю и уйду оттуда. Просто тут... Где он? У Сьенфуэгоса? Нет, у Вилья Клары. Да, блин. На банана. Там он застрял. А, ну так он застрял, куда мне ходить? Ну вот на клетку ниже. Банк. О, может, дворец Патала тут? Кстати, вполне хорошая клетка, меня устраивает ее потратить на дворец Патала. Фабрика. Так. Угольную. Куплю художественную. Художественный музей. Крутую корпорацию. Называется... Минерва, чай, заебацу.
Отличное название. Надо. Хочу послов, то есть я хочу засюзеренить Буэнос-Айрес. Алексей, давай тогда дружбу союз. Давай. Алексей, на линкорах приплыть. Ну давай приплыви, блин. Или на линкорах договариваться уже так. Я кинул дружбу. Так, это у меня хищение. Ну придется перекидывать из Китая. Предложение, пожалуйста. Диверсия на производстве. Блин, я просто твой спонсор всю игру. Да. Спасибо на этом. Тетя Пингала скоро приедет? Или уже приехал? Приехал, отдыхает на Мальдивах. Теперь не хватает очков губернатора, да, чтобы его вкачать? Да, культура. На культуру надо идти. Ганза плюс 3. Ну, мы ее тут больше и не сделаем, так что у нас по великим людям. Тут хороший торговец. Не буду на него читать, это фигня. Грузин, ты замириться не хочешь с Египтом? Возможно. Давай вот так, немец. Религиозный. А что там других? А научного нету там? Нет, он вместо Индии заключен. Давай еще вот. Сейчас, подожди. Вот так. Блин, реально это великая стена вокруг Юсемити красивая. Здравствуй, Швеция. Ну, он покинул, я видел, что там уже нечего. Так. Давайте, наверное, откроем фрегаты, потом, блин, а швед уже лабы построил, красавчик. Билай тем временем сейчас будет обгонять по науке всех. Да. Ну вон 321 наука у шведа.
Сколько? 321. Блин, это тоже нужно лапа выходить, что ли? Ну да. 21. Но мне одного нолика не хватает в конце. Так, он что умеет? Диверсии на производстве и хищение тех. Кто у меня опережает? Давайте добавим мне нолик. И с кем у меня нету союза? Индонезия. Индонезию я не вижу. Ну, города Индонезии. Хотя Лампунг, но это все. Ладно, давайте в Египет. А, у меня союз с Египтом, блин. Ганди, предложение. Спасибо огромное. Нет, давайте в Rocky Dead, не хочу Китай усиливать. Так, я думаю, юниты хватит мне. Давайте археолога. Предложение. Оттянешься немного. Так, археолог в Майнце у нас верфь. Так, мне нужен какой-то все-таки аквапарк, ну такое. Он слишком далеко от других городов, чтобы аквапарк строить. Подожди, тут акведук можно построить? А, гора. Так, ну вот здесь Ганза, значит. И ну надо тут убрать вот эту всю фигню. Так, тогда отложим, я тут акведук реально построю. Тут нету, кстати... свежей воды, поэтому он будет очень неплохо работать. Блин, я уже дополнительно... Мне давно надо было на соседство кампусов поставить, кстати. А у меня все рационализм стоит. Не так уж и много это добавило. Египет, а ты Кёльна ставишь у себя? Он мне не нужен. Ну тогда откажись. Я его оставил, но он сейчас отпадет, я его отдаю. В смысле, ты его я оставил? От него отказаться, да? Да, там есть предложение, типа он тебе... Да, все, я понял, сорян.
Алексей, предложение. Да, не. Почему? А что там смотреть у тебя? Красивые китайские стены, земли. На моих слонов. На красивых. О, неплохая эта Лёша ГГшка. Какая? Буэна. Да. Египет, извини, так ты будешь от Кёльна отказываться, или просто я хотел его обстрелять, если я ты... этим ходом нажал сохранить город. Кайф. А ты в золотой выходишь? Нет. Ну, ошибка, наверное, была моя все-таки эти города ставить, я не знаю. Не, ну Ульм хороший. Жалко его не ставить. Ну, точнее, как, у меня просто турок. Был бы культурный союз с турком, все было бы в шоколаде. Но, я не, ну... Так, банк сделаем, да. Индонез, ты можешь там по-быстренько как-то скаутом выбежать из этих гор? Пойдем, ну, с турком воевать. На следующий ход выйду на... Сколько? На одну клетку получается. Давай, тогда не ходи. Ну, 77 сила, они не берутся фрегатами. Ну, посмотрим, пообстреливаю. Ракетостроение или хищение? Давайте ракетостроение и прокачаем. Так, этого забрали, двух послов. Тут у нас... Ну, мне бы сюда сначала. Тут, конечно, Ганза очень крутая.
67 науки. Да. Нет, Тадж-Махал не хочу. Эрмитаж тоже нет. Давайте зоопарк. Так, банк завершен. Блин, может мне из него корпорацию сделать? Давайте глянем, что у нас с ресурсами вообще и на что я смогу рассчитывать. Гипс 2 из 7 нет, серебро 2 из 5. В принципе могу, потому что третье серебро, вот оно. Его никто не получит из нас. Могу серебро. Какао, игрушки, шелк, мед. 2, 4, 5, 6. Монополия. Фига себе, у индонезийца аж 3 монополии. На ртуть, алмазы и слоновую кость получается вообще. Не, не слоновая. А ртуть и алмазы. Ртуть это как минимум эти наука, офигеть. Две монополии. Нет, три монополии у шведа. Мрамор, чай и цитрусовые. Да. Ну, я, видимо, только серебро могу делать. Так, а где у меня мои иезуиты? Я имею в виду инквизицию. Нету. Или нет, меня вообще выпустишь моего скаута оттуда? Сейчас следующим ходом уйду. Просто на беге. Нет, тут у нас пушечка, она больно будет бить. Мы пойдем Батуми, наверное, атаковать фрегатами. Блин, может все-таки двух послов получить и 250 золота. Просто, ну, блин. То есть мед у меня могут постоянно отобрать, так? Гипс, очевидно, тоже. То есть я могу только серебро делать. А что у нас серебро дает? Золото. Ну, в принципе, чем плохо золото? Ничем. Ну, им надо как-то науку, конечно, делать. Сейчас швед как выйдет с самолета, и все на этом.
Да ё-моё. Что там? Боже, он Франкфурт пошел атаковать. А как я вообще это пропустил? Да. Стали варенье далеко. Мне кажется, стены не помогут. Что я вообще проспал, как он атаковать начал? Китаец, извини, но мне придется. Сколько шведа науки? 340. 340, да. А, слушайте, я ж не могу корпорацию без третьего серебра. Ясно.
Ну, фабрики плюс 2 производства, кстати, такое. Мне пофигу. Абсолютно. Блин, ладно, два влияния давайте, а тут антиквалийских юнитов, вот это. Мне кажется, он заберет все равно город. Вообще без понятия, как я это проспал. Кирасиры сильны сами по себе. Германия, Египет, мы с вами продлим? Нет, постою. Больше силы будет. Что, вообще атаковать не будут? Если не будут атаковать, я средневековые стены построю, получается. Так, а тут грабить больше нечего. Ладно, возвращаемся. Будем Батуми атаковать. Странно, а как теперь бонус наследия, типа, получает? Я построил ППшку и домик в ней не во время того, как я был в олигархии. Последний, ну, если из первых трех правительств, какая у тебя последняя была, по ней получаешь. А, ну это хорошо, кстати, неплохо. Кто там, кто мне войну объявил? Махенджидаро. Союз со Швецией, сидит он там, развивается. А, Египет забрал таки Адану. Отлично. Ну, это он зря меня не атакует. Вот, и армия теперь... после следующего теха. Теперь у меня есть ощущение, что Франкфурт не возьмется. Вообще-то. Так, давайте тут рабочего сделаем. Да, блин. Не, прокидает. Археологически давайте купим тут археолога. Мне надо вот тут убрать и сюда храм Василия Блаженного ставить. Да? Так, пошли религии убирать.
всякие безбожные. И все лишь плюс 2. Вообще тут плюс 3. Блин, мне еще тут надо убрать. Так, ладно, мы ждем пока храм Василия Блаженного. Археологически я купил... А, мы тут откладываем на один ход. Я начну здесь. Так, тут стрельцы и пикинеры. Ну, потому что у него кавалерия сплошная. Шпионы, кстати. Я больше не могу сделать, да? Египет, предложение. Египет, ты заключил союз еще с Грузией? Ты считаешь, не надо предупреждать, да, своих союзников, когда ты что-то делаешь? Так это же пишется на панельке сбоку. Справа. Нет, предупреждать, что я буду заключать союз с Грузией. Просто хотя бы. Город будет отваливаться? Причем тут город? Сейчас Кёльн отваливается из-за твоей лояльности. Если мы заключим военный союз, он будет отваливаться? Да мне пофигу на Кёльн. Мне из-за тебя, видишь, грузин напал на меня, а ты меня даже не предупредил об этом. Что это будет? Так себе союзничек, прямо скажем. Я только познаю эту дипломатию в цивилизации, поэтому извини, если что. Не, ну серьезно, смотри, с тобой воюет грузин. Я с ним воюю, потому что он воюет с тобой. Ты даже не говоришь о том, что ты с ним планируешь союз заключать, потому что я мог бы тогда подготовиться, что он на меня нападать будет. У грузина, не хочет ли он замириться с Египтом? Я так понял, ты собираешься с ним подписывать мирный договор. Ну, если я хотел предложить ему, чтобы он замирился с тобой, и мы с ним тоже замирились. Он молча замирился с тобой, ты мне ничего не сказал даже. Он со мной замирился, я не кидал ему союз. Да, я... Ну, ты просто меня подставил, Египет, просто подставил. Подстава. Вот такой вот он, Египет. Казнь через сносно. Серьезно, просто Египет взял. То есть я воюю с Грузией, чтобы Грузия не забрала Египет. Я думаю, что он... Я думал, как бы он воюет с Египтом, но пошел на меня просто, потому что у меня город тут, знаете, незащищенный нифига. А нет, оказывается, там Египет уже союз заключил. Союз даже. Даже не завелся, уже союз заключил с Грузией. Кайф. Я сейчас буду в ПТ команды апать, и хана его кавалерии. Так, это надо сюда. Привет. Привет.
Ух, вышел век просто на предсмертном хрипе. Слабак. Блин, а мне надо тоже было, тут как бы осталось в темный 3 очка. Ну а тут как бы я не смог в темный, потому что тут ничего не делать. Лотоводец 230. Писатель 350. И лошадок надо использовать. О, я лошадей еще не использовал, по-моему. Тоже вышел. Кайф. Китай, сделка. Так, я больше не смогу стену построить, потому что ремонтировать надо. Я тут ПТ-команду апну. Ну, юни... Ну ладно, построю Слицов. Я выведу его оттуда. Так, Буэнос-Айрес, Гонконг. Попробуем синенькие засоюзить. 194 стало. Маншан нашел. Чуть ли не посмотреть сделку. Короче, это реально ключевой момент, что турок отказался. Ну, не знаю, может, можно считать ключевым, что я города тут поставил. Но, с другой стороны, а почему мне их не ставить? Тут просто никто бы не поставил, в принципе. А мне надо... Ну а где мне еще? Просто вот где еще было поставить? Ульм и Кёльн мне нужны. Они отваливаются, естественно. Потому что тут более крутые города стояли у соперников. Я смотрю, у нас много народу в темный свалилось. Взял все-таки. Так. Блин, ну грузин, ты просто даже уничтожил город. Так я его не удержу. Там 4 города влияют на него. Ну то есть ты просто я пришел, отрезал пограбил, все возможности на какой-то мир. Не, ну ты пришел ко мне на грузинскую территорию, пограбил все прибрежные клетки, держишь тут флот. Я тебя предупредил заранее до того, как ты объявлял войну Египту об этом. Я тебе прямо и об этом сказал. Я тебе объявлю сказал, войну. Я не против. Ну ты ладно. Ой, боже, ну зачем вот это упорки просто делать? Я просто от этого не понимаю. Что турок, что ты? Так это ж часть игры. Упорка? Часть игры это пытаться виде, победить, да. А не сделать так, чтобы... Но я заключил мир с Египтом. Я буду пускать в него караван, пытаться восстановить свою экономику. Пришел, пограбил тебя, тоже улучшил свое положение дел. Ты уже ничего не улучшишь. Это как бы конец, потому что мне нету смысла
заключать мир, ты уничтожил один из моих лучших городов. А Египет сделал так, чтобы ты это вообще мог сделать. Молча. Да, ну... Короче, повезло тут просто... Просто офигительно повезло с соседями. Ну, еще раз повторю, я не могу не воевать с турком и давать Египет захватывать. Потому что иначе у меня и дальше будут города отваливаться по лояльности. Я просто напомню, что у Турции офигительная способность. Он захватывает чужие города и не теряет там жителей. То есть он их точно удержит. И они потом еще будут сильнее влиять на мои остальные города. Ну и просто получается у меня в соседях становится человек, который настроен уже против меня с какой-то причины, не хотя давать мне союз. И грузин по какой-то причине решил уничтожить мне просто город. Просто, то есть, это получается, нету смысла мириться, потому что ни он, ни я, то есть, ты не усиливаешься, зачем ты город уничтожаешь? Это имеет смысл только, когда вот ты просто реально не можешь его удержать. То есть, нас всех забирает швед так, на минутку, просто вот на ровном месте. В чем я упарывался, я не знаю. То есть, то, что я не дал, чтобы мои не хотел, чтобы мои города отваливались, это упорка, видимо. Или то, что я не хотел, чтобы упоротый турок распилил Египет вместе с грузином. Я просто поражен этой партии. Просто уничтожил город на ровном месте. Армаду. Надо бы, наверное, сделать из фрегата. Китай там, я смотрю, по культуру летает. Out of this room, there was a tourist. Надо бы он захватил, он просто уничтожил город. Он ему даже не нужен. В идеологии. Алексей до меня добрался. Ты вышел. Thank you.
А пушки захватывают город или нет? Если бы. Или нужен юнит именно ближнего боя, чтобы захватить? Да. Так, ну, турка и грузина мы заберем. Египет тоже накажем. Я единственное, надеюсь, что нам мне это даст сделать швед. Просто вы имейте в виду, если вы дальше смотрите, мы тут уже не победим. Никак. Потому что у нас два упоротых было в партии. К сожалению. Упоротые, это которые не на свою победу играют. То есть, ну, уничтожение города — это не игра на свою победу. Это, как и здесь, вот, не взятие союза культурного. Это просто, чтобы сопернику было плохо делание. То, что сопернику плохо, означает, что он к тебе начинает негативно относиться, и невозможно с тобой договариваться ни о чем. Ну и плюс подставы Египта, то есть я зачем я тогда в как бы с ним в военном союзе и участвовал в войне с Грузией, если он меня так подставляет в итоге? То есть в чем идея для меня, по его мнению? Зачем мне это было? Поэтому чисто война со всеми. Тут уже ничего не поделать. Челини, ты дружбу примешь? Чё-то смотри, а чего у меня так мало денег входит? Чё, швед построил? У нас союз с тобой, всё. Да, собор да. Василия Блаженного. Подключаем. Просто швед ни хрена не делает, мы воюем. Грузин его, вместо того, чтобы Египет и швед попилили турка. Вот типа вот, у инков, у них прям города хорошо растут в горах, а тут как бы вообще жестко. Но это, да. Да, там еще и с заповедниками вообще, я видел, заповедники красиво горы улучшают. Верфь. Стоит ли мне вообще Ганзу тут строить? Самое интересное, что они стакаются, типа, если ты с одной стороны горы ставишь заповедник, а с другой стороны, да, то есть... Да. Интересно, где это в современном мире такие горы могут быть, там, с кучей еды, вот эти культуры? Ну, очевидно, в Перу и в Боливии, как бы. У индейцев да кетчуа. Почему? Да нет, ну слушай, ну даже этот Мачу-Пикчу, это, ну, то есть это не супер
город, где все дофига еды. Просто вот как бы такое искусство сделать город в горах, но там все равно он не может быть лучше, чем на равнине в плане еды. Никак не может быть. Ну, а не знаю, какие-нибудь там эти террасы в Китае рисовые. Они же тоже там такие. Ну, у Китая Великая Китайская стена с Монголией дает голду и культуру. Ладно, сделаю ганзу. Огромная и очень длинная Великая стена. Что-то я это... А где у нас Великая Китайская стена с Монголией? Ну, что-то я не построил, но считай, что это вот у Йосемити, там, такой национальный парк из стены. Так, кого я хочу в первую очередь? Наверное, этого рыцаря. Что? Он, блядь, на другой стороне... Извиняюсь, он на другой стороне от меня, у этого. Не, ну я имею в виду исторически же, типа, она была рядом с Монголией. Я в этом смысле. Кстати, вот недоразграбил рыцаря. Я бы на его месте продолжил. Вот это моя речь. То есть он разграбил мне мастерскую. Да, построить, получается. А мастерская 3 производства, а производственная площадь. Так. Пит, мало того, что за меня, так еще и союз сделал с Грузией, просто. Это реально какой-то этот троллинг меня. Так, мне пингалу надо на гранты. И здесь читать проекты на... на науку. Так, кого мне сделать... Наверное, капер. Ну, потому что подводные лодки. Мы, кстати, где они? А, я нефть не открыл, да? Хорошо, а почему я в военную науку пошел? Мне нужно переработку сначала. Потом электричество. Не понял, почему у меня два торговца, но один... У меня где-то разграблен еще рынок, что ли, или маяк? А, вот тут разграблен, да. Гавань. Ну, то есть тут Индонезия, Китай и Швеция. Турок просто с грузином убили себя. Как говорится, без комментариев. Египет забирает турка, блин. Китай, тут ты решил рядом со стеной чудо еще забабахать, да? Ну да. Оно какое-то вообще не нужно никому.
самое лучшее чудо в игре, я считаю, оно никому не нужно. Анкорват? Очень классное чудо. Анкорват? Нет, я не буду пока говорить. Я думаю, Алексей сам видит. Я сейчас просто посмотрю на твою эту... Где тут этот Йосемити? А чем оно самое лучшее-то? Блин, в каком он городе? Я что-то потерял. Салада де Челиньо. А, да. А, Колизей. Блин, короче, я его пытался построить, и как всегда... Ну, нафига Фераксису, ты знаешь, самое важное объяснять? То есть то, что он на ровной местности строится, это там мелким шрифтом написано. Я сделал даже развлекательный комплекс под него, но там был рядом только холм у меня. Я его давным-давно хотел построить. А больше нету места. Ну, бывает такое. Бывает, ты вообще хочешь сейчас... улететь, короче, и космопорт негде построить. Вообще, я сейчас читаю описание Колизея, там как бы есть, что можно построить только на ровном участке рядом с развлекательным комплексом. Это просто в описании. А вот когда, смотри, короче, ты можешь вот, он у тебя есть в этом, в описании? Ну да, он отображается. Он вот если построен. Ты на него наводишь мышкой, там красными буквами, только рядом с развлекательным комплексом. В развлекательном комплексе должна быть арена. Вот это красными буквами написано. Ну, я прочитал, нету... На ровном месте такой, ну окей. А потом, вот там в описании, вот именно здесь начинаешь читать вот эту большой шрифт, там написано на ровном месте. То есть это ж не надо красными буквами выделять. Нет, зачем? Это ж понятно должно быть. Да, да. Конечно, должно быть понятно. Фига себе, Гавану залило пеплом. Лавой. Следующая игра будет удачнее. Ой, я кого-то встретил. Да мы с тобой договорились, типа, давай я завтра тебя поучу играть. Не получится завтра. Потому что завтра уже сегодня. Челини, открывай платные уроки по игре в ЦИУ. Кстати, хорошая идея. Вон в Дискорде собираешься, включаешь этот... Трансляцию. В Zoom, можно в Зуме. Не, Zoom дырявый. В TeamSpeak'е. Не, просто в Zoom'е будет прям так аутентично. Так. Перепутаешь вебку с этим, с трансляцией игры. Не, знаете, я подержу. Я хочу лучше Хатусу и Митлу сюзеренить. А, блин, не атакует. Блин, у тебя отвалится город, что ли? Походу. У меня еще один Ахтун отваливается. Отлично. Это я очень хорошо их прибил. Причем это тупиковые. Ну, мне главное, чтобы нефть была, конечно. Успеешь.
Самое забавное, если бы монгол бы хорошо развился, он мог бы реально Индонезу сделать больно. Типа, у них же там союзик, он там не караванит. Если кто-то будет играть в сетевой игре, то есть, если вы уничтожаете город человеку, с которым вы на равных, это упорка. Да, вообще ни в какое я понимаю, уничтожать слава. Город, чтобы, ну, знаете, вы уничтожаете человека, чтобы он там не встал, то есть он ничего не может сделать вам в ответ. Но здесь... Я самый лучший сосед. Он просто убирает мой шанс на победу. Просто вот убирает таким образом. Если бы я был на том континенте, ушел бы. И тут даже нету смысла мириться. То есть, ну, это невозможно тут победить. Таким вот, то есть спрашивается, а зачем ты тогда атакуешь этот город? То есть тебе не нравится, что я тебя граблю, так помирись со мной, заключи мир. Что ты не удержишь, да, этот город? Я атаковал грузина, потому что он атаковал Египет, вот чтобы он не забрал Египет. Губернатора тратить либо на этот город. Тут невозможно забирать города. Хочешь, 79-75 этими. Мне он даже будет полезнее, потому что у меня будет Колизей, типа, под этот город. Как его? Ладно. Фрегатами и каперами. Лёш, ты здесь? Да-да, что? Слушай, мог бы ты мне помощь оказать? Я тебе... Что? Помощь оказать? Да-да-да. Что? Там у Пухатусы есть лучник стоит. Я тебе скину деньги на выкуп клетки. Ты можешь его отвезти? Я город хочу туда поставить. Около... Это многоходовочки. Чего? У Хатусы стоит... Так, а подожди, ты имеешь в виду варварский юнит? Нет. Ну, арбалетчик, Хатусы. А, ты нифига себе, ну давай. Стоит 90, давай. А, слушай, так а как я... Подожди. Да, я понял. Я могу сейчас это сделать, подожди. Давай 90 монет. Причем 90 монет это всего лишь вот это один лучик, это все юниты, которые есть у Хатусы. Да, да. А я его уже просто нанимал, но ты у меня ее постоянно пересоюзиваешь. И, в общем, ну, а он там встал. Ну да. У меня просто киловое кисевание, и мне надо, чтобы было два города сюзерена. Ну понятно. Спасибо. Сейчас тогда на следующий ход поставим. На самом деле, на нашем континенте уже шведу надо просто нас забирать. Он выйдет в самолет, и ему бы нас забрать. А там, видите, там два конкурента, Индонезия и Китай. Дамбы нету опять. Тут с Ганзы надо начинать, конечно. Блин, еще священное место сломалось. Так, нам надо сюда распространить религию.
Тут священное место вроде неплохое, а и кампус был. Мою мать. Так, ну надо уже в Гавану отправлять. Ну вот, Колизею вели. Ход в ход. Очень плохо. Реально. А это кто, кстати? Турок. Война. Осуждаю. Война, Китай. Я даже его не встретил, единственного. А это турок его построил для Египта зачем-то, не знаю. Причем мне бы это дало гораздо больше, чем ему. Я не понимаю, зачем строить чудеса, когда тебя захватывают? Это какой-то поддавки своему захватчику. Не, я его начал строить еще раньше, потому что у меня минус 7 довольства было. И... Да, а чеченицу ты зачем строишь в Стамбуле? Честно тебе скажу, у меня вокруг чеченицы вся стратегия на игру была. Посмотри, сколько у меня тропиков и пантеон на тропике, и я их сохранял. Это, конечно, здорово, но мне показалось, что у тебя стратегия, чтобы у меня города отвалились. Основная. Не, это случайно было. Это было не по плану. Я ждал меркантилизма, я же говорю, мне ходов буквально немножко не хватило. Потом с производством, с культурой и наукой можно было идти уже на соседей поглядывать. Ну ты, я так понимаю, что просто не очень карту понимаешь, когда вот у тебя был, ты открывал карту вообще, ты видел, как она выглядит? В смысле карту? Ну то есть, по-моему, настолько понятно, что Египту на кого-то нападать надо, это просто такая очевидность. Понятно, что он будет нападать на кого-то. Ему пофигу вообще, куда ты идешь. Он все равно на кого-то будет нападать. Либо на тебя, либо на грузина. Потому что мои города у него бы отваливались по лояльности, а у вас так стоят города, что он, захватывая их, их удерживает по лояльности. Ну, то есть, ну это просто... Ну, понимаешь, вот... я как бы сначала ссориться не хотел и, наоборот, дружил. Думал дружбой протянуть до нужного момента, когда у меня будет буст по всему, и потом уже можно и воевать. Ну, как бы, я еще раз говорю, ходов 10 оставалось. Египет, в принципе, не хотел, ну, он не выходил в войну, ты спровоцировал, поэтому... Он выходил, ну, серьезно. Египет, скажи, ты выходил в войну или нет? Да, я собирал войска, чтобы нападать. Он не может победить по-другому. Он в этой игре просто не может победить, не напав ни на кого. Именно вот сейчас, потому что чем дальше, тем больше он будет отставать с четырьмя городами. Ну, у него Грузия была вариант тоже. Да, Грузия вариант. Но Грузия, знаешь, почему плохой вариант? Потому что это Грузия. Это, блин... Грузина, а что у тебя с наукой? У тебя есть кампусы? Не, ну, я не говорю, что я идеально сыграл. Как бы. Тут много ошибок. Ну, в следующий раз буду лучше понимать. Кстати, Турка, просто... как нам встретиться вообще? Я реально думал, что вы с грузином распилите Египет. И для этого достаточно было заключить союзы со мной и шведом. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!